нас в гостях команда Максимус, команда, которая стала одной из тех, за кого проголосовали люди, которая победила в призе зрительских симпатий. Это уже первый приз в этом году, поэтому надеюсь, что не последний. Как вы думаете? Не последний. Абсолютно, да? Скажи, пожалуйста, людям еще раз напомните, что обозначает ваша команда Максимус? Почему название пошло от давнего греческого слова Максимус? Максимус переводится как победитель, как великий. Ну и поэтому мы решили назвать нашу команду именно так. Я хотел уточнить, на итальянском это будет так или нет? Да нет. Нет? Нет. А на испанском? Не в курсе. А на французском? На французском так и будет. Команда полиглота сидит. Так что, ребята, если вам нужен именно испанский, французский, итальянский язык, вы можете обращаться к этим ребятам. Ну а Антон это все в компьютерной форме делает, да? Да. Расскажи, пожалуйста, ты вот человек, который любишь компьютер, но в тот же момент играешь в футбол. Как это может быть? Знаешь, обычно компьютерщики, они совершенно другие люди, которые больше сфокусированы там, ну, на программах, на развитии железа, а вот ты именно больше... На компьютерных футбольных играх, да? Да, да. Скажи, пожалуйста, вот что ты можешь сказать о своей команде? Вот как бы ты мог охарактеризовать свою команду тремя или четырьмя словами? Друзья, победители, собранные, наверное, ответственные. Спасибо большое. Хорошо привязал. И ты вот попал, какой будет, ну, новый сезон, да, в команде? Да. Что ты увидел вот в этом коллективе? Что тебе понравилось, что тебе задержало? Ну, мы вообще с ними играли в другом клубе. Ну, и в этом коллективе, потому что мы как друзья, и мы вместе играли за другие клубы и хорошо выступали. Из-за этого просто хочется с ними играть. Хорошо, Жень, как ты можешь реализовать выступление твоей команды в сезоне 2012 года? То есть вам удалось проиграть немного игр, но все же удалось. Как ты можешь реализовать? Какая тебе игра больше всего понравилась, запомнилась? Ну, это для нас были первые 6 игр, в которых мы, 5 игр, привыкали к новому полю, к новым, ну, к новым условиям, да, не подсказывал. Все нормально, да, подсказка поможет. Вот. В принципе, ну, запомнилась игра, когда мы выиграли, и запомнилась последняя, когда я забил свой первый гол. Ничего себе, ты до сих пор его прокручиваешь в голове, да? Ну, так у нас вышла с Максом наша старая связка. И... А с кем вы победили, Макс? Мы выиграли у горожан. О, горожан, ничего себе, то есть это победа надолго. Ну, первая победа, как-никак, она всегда запомнится. Ничья очень такая выразительная против Сокола. Ага, то есть Сокола. Скажите, пожалуйста, какая у вас будет тактика вот на этот сезон? Ну, на этот сезон у нас будет тактика больше на атаку, нежели на защиту. У нас будет жесткий прессинг, а дальше соперники узнают. То есть это пока что секрет? Это пока не секрет. Кто, вот, кого вы видите вот, бомбардиром своей команды? Бомбардиром это однозначно у нас 2 человека, это Игорь. И еще один человек не приехал, Владик Ткаченко. То есть он тоже будет, да? Да, он был. Они с двумя играли. Антон будет на воротах. Антон на воротах, да. У вас у тебя же конкуренция, да, есть Антон? Нет, ты не был вратарь. Был вратарь. Я просто помню, что только из-за того, что мне нельзя было какое-то время играть и слишком много нагрузок, поэтому мы его взяли. Сейчас я полностью восстановился и буду на игре. Все нормально. То есть скажи, пожалуйста, вот минимум, вот какую команду больше всего боишься? Которую можете выбрать. Абсолютно, страха ни перед кем нет, да? А ты с какой командой вы бы хотели, каждый из вас, вот сыграть так по-спортивному, интересно, по футбольному, с участником 6-й лиги? Наверное, с Банка. Мы все-таки с ними как-никак дружим. И с ними, я думаю, будет интересная игра. Все-таки не жесткая, а именно более спортивная такая. То есть по-настоящему матч для тебя? Для меня? Ну, у меня даже 3 соперника. Это как ты мог сказать, с Банка, потому что мы с ними дружим. Вторая игра это Салют. Обидное, досадное поражение в сезоне 2012. Мы хотим взять матч-рематч. И третье, я вот смотрел видеопрезентацию команды Брайзера. Я думаю, с ними тоже будет интересно. Ребята говорят, что они сильно дружная команда, слаженная. Ну, посмотрим. Я понял. Ними. Хорошо, спасибо большое, Жень, твое мнение. Мне абсолютно все равно с кем играть, лишь бы играть в футбол. Ого, ничего себе, хорошее заявление. Твое мнение есть, ты посмотрел? Я считаю, что непобедимых нет. То есть можно играть со всеми и можно побеждать. И я думаю, мы сможем побеждать в большинстве. Вы уже придумали какой-то девиз команды или нет? Ну, спас молодец. Да, ну вы скажите, пожалуйста, еще раз поесть, ты видно забыл. Иди и победи. Ага, то есть иди и победи. Иди и победи. А не лучше беги и победи. А то иди все-таки медленнее, нет? Ну,
Там уже. Или как типа на уходе, да? На поле разбирается. Я понял. Хорошо, скажите, пожалуйста, вот после 10 туров, где вы видите свою команду? Ну, в середине таблицы. Топ-5 мы видим. То есть для вас это главное топ-5. Это задача минимум, войти в топ-5, но хотелось бы, конечно, призовые места. Думаю, нам по силам выйти в твой квадрат, задача минимум топ-5. Стиль вашей игры напоминает какую известную команду в мире? Ну, как вам сказать. На кого вы похожи по стилю? По стилю? Ну, так как у нас жесткий прессинг, мы любим владеть мячом, то в чем-то, наверное, даже Барселона. То есть Барселона, я понял. Потому что мы взяли, ну, нет. Мы не будем. Хорошо. Да. А вот кто бы из игроков мирового класса подошел бы по стилю вашей команды? По стилю? Пепе. Пепе, да? Хорошо, спасибо большое вам. Я бы хотел договориться, чтобы Макс в конце пожелал, как вот организатор команды, участникам ХФЛ, участникам Шестой Лиги непосредственно. Ну, всем участникам Шестой Лиги ХФЛ я хотел бы пожелать хорошего сезона, чтобы не было травм, чтобы все выступили так, как они запланировали, и чтобы, в общем, чтобы все было у них хорошо. Спасибо большое. Пусть у всех будет все хорошо, а мы идем и побеждаем. Побеждаем. Все хорошо. Пусть Бог вас и благословит.